8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось ей сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Thank you.
достойные сыны моей отчизны, вам доблести в бою не занимать, во имя жизни и ценою жизни смогли вы мир священный отстоять.